подозрительно выглядящего водителя остановили полицейские Эйртауского района. 29-летнего жителя, управляющего автомобилем «Нива», отправили на медицинское освидетельствование. Результаты показали наркотическое опьянение. В отношении молодого человека собран материал. Его ждет административная ответственность. Санкция статьи – 15 суток ареста и лишение права управления на 7 лет. Полицейские напоминают, за 8 месяцев пьяными водителями совершено 15 ДТП, в которых 4 человека погибли и 23 получили ранения. Всего за 6 дней на дорогах области выявлено свыше 2000 различных нарушений.